Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Borderlands 3, и сегодня мы займемся поиском тайников Тифона в окраинах Меридиана. Мы выполнили здесь все задания, не нашли одно какое-то место и одно письмо иридианское. Ну и осталось у нас... Стоп, командных испытаний... Погоди. 9? Четыре из шести, а там написано... Что происходит? Что с этой игрой? Как это работает? Ну, короче, попробуем найти запись Тифона, если у нас будет везде доступ, да, к всей карте. И попробуем найти, собственно, сам... Ну, тайник мы, кстати, нашли уже, да, нам только записи надо, тайник. Ну, где-то там был. Короче, пошли. Первым делом, наверное, пробежимся вот здесь. Я... Уверен, что там, скорее всего, ничего не будет, но карту открыть хочется, чтобы быть уверенным, что там ничего нет. Вот эти вот кристаллы Иридия мы копать пока что не можем. Эта возможность появится немного позже. Сильно заниматься зачисткой противников я сейчас не буду, потому что в этом особого смысла нет. По возможности, где можно будет пробежать, мы просто будем бежать, и я даже возьму, наверное, вот эту штуку уберу. Сейчас какая? Вот эту вот, вот эту. Как тебя убрать-то? Е, просто нажать, вот так. Ага. Чтобы наш стелс работал дольше. И будем потихоньку осматриваться. Так, тут... Вроде некуда осматриваться там, по большому счету. Но вот вниз есть, да, какой-то проход интересный. Мы там вроде как не были. И туда забраться можно... Наверное, мы сейчас на машинку сядем, да, дело быстрее будет. У нас, кстати... Вот здесь закрыта территория, а там видно, что переход на другую локацию. И открыть мы ее пока что не можем никак, к сожалению. Но у нас еще будет переход один. Так, да, здесь надо выходить. В любом случае, пойдем посмотрим, что там. Glad to have you back. Я уверен, да, что в этих местах очень много еще... А, там я смотрел, там закрыта дверь была, точно, я вспомнил. Это тут у нас мы корабль видели, да? Такой невидимый корабль, якобы. Вот, и... Значит, еще много мест, которые откроются со временем. Поехали вот сюда, в эту темноту. И нам... Давайте заглянем, наверное, что у нас в этой локе. А, это не в этой локу мы хотели заглянуть точно. В другую. Отстань. Что-то не по-русски написано. И пройти нам туда не дают. И здесь есть... Ну да, там что-то определенно будет интересное в дальнейшем когда-то. Правильно же, открыть мы никак тут не можем эти двери. Может быть, какие-то двери являются как бы тайниками какими-то, да? И на самом деле мы могли бы их как-то открыть каким-то образом. А что, мою машину они взорвали? А, вон она стоит. Так, жалко, реально меточки нельзя ставить, я бы себе все вот это пометил. Было бы очень удобно. Пошли вот сюда посмотрим, что там. Электросити, мы туда тоже обязательно зайдем. Хотя да, давайте, наверное, сейчас быстренько сразу. Тачка у нас, по идее, здесь и останется, мы потом можем на нее телепортироваться, если что.
Вот так вот я еще хотел тут заглянуть. Включаем стелл, чтобы нам тут никто не мешал. И побежали в Электросити. Да, доступ к Электросити у нас есть. Что одному сокровищу, то другому хлам. Вы можете пометить любые, да. И ребята мне предлагают помечать, чтобы продавать, как бы, да, хлам одной кнопочкой в торговом автомате. Но по факту получается то же самое. Что я кликаю... But betting Kilovolt? That's no prize. Trust me. Oh, just a warning about Kilovolt. Every word that man says makes me want to pull the trigger, if you catch my drift. And we will. Soon enough. Окей, это у нас локация с батл-роялем. И... Ого! Батл-рояле 4 квеста еще здесь. Нормально. Три. Наверное, одно из заданий куда-то в другую локу ведет или что. А может быть, просто в нескольких местах можно одно и то же взять. Письмена. Три красных сундука и командные испытания. Радио, записи, железяки две. Цель приоритетная. Было бы интересно глянуть. И тайники Тифона. Так, но мы, наверное, батл-роялем займемся, конечно, обязательно. Это будет весело, я думаю. Но не в этой серии. В этой серии я бы хотел бы, наверное, первым делом зачистить прошлую локу. А потом уже идти дальше батл-роялить. Потому что в прошлой локации противники около 12 уровня и ниже, поэтому нам... Лучше как можно быстрее с той локацией разобраться, да, а потом уже двигаться дальше. Так, надо было сразу... А, тачки нету, черт. Она куда-то исчезла, пока когда я вышел из локи. Ну ладно. Кстати, у меня таких колес не было. Надо было взять колеса, а потом уже... Так, хорошо. Тут вроде бы ничего нет. Поехали, наверное, вот сюда первым делом. Посмотрим, что там интересного будет. Я не знаю, мы тут можем нормально ездить. Городишко тут еще тот, да, как бы для езды. Не туда. Тут вот еще уголочек такой злачный. Проблема в том, что... Мне кажется, что, да, будут дальше все больше и больше мест таких, как с железякой в позапрошлой локации, по-моему, да, когда железяку вот вроде мы рядом с ним пробежали не один раз в этом, не в степях, а как в суше, а он так и не отметился. Мне кажется, так же и будет здесь, особенно учитывая многоуровневость этой локации. Так, ничего интересного. Куча крутых тачек. Ребята здесь 13-го. Не очень большие. Торговый центр. Давайте посмотрим. Да, мы здесь тоже были. Поэтому телепортируем. Ну, у нас все три записи закрыты, черт. Это будет интересно. Это что такое у нас? I have need of you, beast. Huh.
Вон вижу запись одну. Но от одной записи как-то ни холодно, ни жарко, да? Учитывая, что еще две надо найти. Не буду пока переставлять этот навык наш. Пусть долгий стелс будет. Железяк мертвых здесь не осталось, да? Только записи найти. Здесь, кстати, тоже переход на другую локацию наверняка будет. Потому что дверь... закрыта, собственно, как-то так. Ну, в общем, видно, что там дальше есть. О, кстати, а. Штаб Атласа. Идем, посмотрим, может, Риза найдем. А, стоп, я не могу. Вот. Да, не могу сюда попасть, черт. Короче, здесь гораздо больше локаций оказалось, чем я думал. Я думал, тут на каждой планете по, там, три локации будет мелких. Но вроде все неплохо. Так, меня только смущает то, что, да, запись мы только одну нашли за все это время. Сундучок с лутом нашел. ...85 урон. Какие-то гранатометы слабенькие. Или have my babies. Письмо какое-то вроде новое пришло. Давайте сейчас глянем, что там. Так, обновление потом, после серии. Барон Тыква. О, Зеро прислал, да, нам снайперку на 14 левел. Со щитом 79 урон. Ну, такая себе снайперка. А вот это вот интересно выглядит. 51 урон от этого, да, для автомата. Довольно неплохо. Привет от семьи Джейкобс. Надеемся, что вы получили наше письмо. Поздравляем вас с недавним успехом. Семья уже знает, что недавно вы зарыли в землю своего сотого врага, полагаясь на точность и мощь оружия Джейкобс. Знайте, семья гордится вами. В знак признательности мы дарим вам это уникальное оружие ручной работы из линейки наследия Джейкобсов. Уверены, оно поможет вам совершить немало великих подвигов. Не утруждайте себя ответом. Нам достаточно знать, что вы храните верность семье. Вот это мне тема нравится, с такими подарками, да? У нас есть какие-то конкретные цели. Я не могу принять, что происходит. Так, это мы забрали. Смертью барона ты подтверждаешь свои чести. А так, ну мы тоже, наверное, заберем это. А вот этот пистолетик пока оставим, пока оставим. Хорошо, давай, автомат. Интересный. Урон большой, точность нормальная, чуть ниже, да, на 1% всего лишь, даже незаметно будет. Выше эргономичность, скорость перезарядки, но ниже скорострельность. Ну, ниже не намного в целом-то, да? А, емкость магазина такая скромная. Да, это постоянные перезарядки будут для как раз для автомата, это немного грустно. И оценка, да, у этого ниже. Но попробовать стоит. Мне кажется, это интересно. А ну, роботы. Ну да, тут, конечно, не разгуляешься на то количество патронов. For cover.
Ну, урон как бы неплохой. Оп. Мясо крада нашего там убили. А, но зато еще одну запись нашел. Так, хорошо. Это у нас вторая запись. О, где еще одна может быть? Может, конечно, тут, если тут закрыто, да? Пойду еще тут, наверное, где-то побегаю. По дороге можно сундучки с лутом пофармить еще. Может, что интересного будет. Пойду я еще сюда посмотрю. И вот последняя запись Тифона. Так, хорошо. Где эта штука? That or Claptrap interfaced with my lab's life support system again. Either way, another of Typhon's caches has been revealed. Где хранилище мы видели, мы знаем. Давайте сейчас быстренько туда приедем. У него меточка где-то там рядышком с тем местом. И как к нему добираться, тоже мы помним. Так, come, хорошо, friend, да, мы довольно быстро справились. Я много на паузе провел за эту серию. Вот, и надо будет еще по возможности как можно больше закрыть предыдущие локации, да? О, еще один красный сундучок, как раз, да, который можно открыть еще раз. Ну, бесполезный. Но, может, тут будет что приятного. Ну, выглядит неплохо. Давайте прежде мы фотку сделаем. С обезьяном. Как там Аш, по-моему, да, скрывается? По-моему, обезьян сейчас как раз очень так в тему стоит тут, да? Как там, пробил, да? О, пойдет. Ну что у нас? Хлам. Это понятно, хлам. Радиация и шок переключается. Накопление заряда увеличивает скорость и урон снаряда, а также радиус... Ну, это можно попробовать, что-то новое, интересное, как минимум. Это хлам, похоже, да? Плюс 2, плюс 3, точность оружия даль, критический урон от атласа, это надо брать. В любом случае, надо посмотреть, уже очень интересно. Это тоже хлам. Следящая граната отмечает всех противников в определенной области. Последующий выстрел наводится на отмеченных... Ну, скорострельность большая. Следящая граната. А теперь умные пули, да? Надо посмотреть. Чем мы трясемся? О, это же я. Стопудово-то этот.
Как его зовут? Флаг. Хотя у меня ушей нет. Не, не я. Хотя похож немного. Ну да, короче, хлама набрали. Ничего интересного. По большому счету. И мы можем двигать... Давайте сейчас. 99% этой карты завершено. Чудесно. Можем двигать... X. Не C, а X. Да ёлки-палки. А я опять на C нажал. Вот сюда. Да, тут у нас еще какая-то локация где-то есть. Между Электросити и Меридианом. Наверное. Но мы, короче, окраины идем исследовать. У нас здесь есть куча заданий. Давайте посмотрим сейчас на классовый мод для начала. Давайте мы для эхо возьмем эту чернильная бомба голова и... И опять голова, да? Ну, короче, разблокировали всякую визуалку. Но посмотреть мы на нее сможем, наверное, потом уже, когда будем в этом в городе. Так, что вот это у нас за... За дела. Критический урон. Есть вероятность, что боезапас залпа пополнится на один патрон. Не очень, по-моему, как бы. Да, может быть, если было бы много очков вложено, тогда да. А это как раз ветка на криты, да. Когда поблизости нет врагов, повышается эргономичность, увеличивается критический урон. Но, пожалуй... Пожалуй, нет. Мы оставим то, что у нас было. Оно мне больше нравилось. Хорошо. Что у нас ждет в этой локации? Давайте посмотрим по заданиям. Так, окраины Меридиана. Лекари и дельцы. Давайте по порядочку. Да, задание на 12 уровень, одно на 14 только. Пойдем посмотрим, что у нас с лекарями, что с дельцами. И вот. Такое ощущение, что там что-то да интересное может быть. Стрелочка еще куда-то туда показывает. Welcome back, little friend. Ну, не видать. Ну, ведь мы туда спуститься никак не сможем, правильно? Дыры никакой нету сверху. Чтобы упасть именно на вот эту вот площадочку. Да и стрелка, наверное, не в ее сторону, а куда-то, я не знаю, просто. Ну, давайте полазим. Там место какое-то необычное. Напоминает мне этот мосты, оккупированные стрелками в Fallout'е. Let the hunt take you. Dog eat God world. Как минимум, здесь отличное место, чтобы спрятать... Сундук с барахлом, да? Давайте попробуем вот эту вот следящую ерунду. Как она работает. Воу. А, да, и все патроны, куда бы я ни стрелял, попадают именно в того, кто помечен. Слишком много мороки, по-моему, ради автонаведения.
Я не в восторге как-то. Это у нас... А, да, 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 мне нравится очень это СМГ. Я в бочку стрельнул. О, вот эту штуку мне как-то она не зашла, надо ее продать. Надо ее продать. Там можно по-нормальному спуститься, да? Какие-то лабиринты. О! Так. Бибизян, подожди. Не мешай мне. Мы нашли красный сундук. Синька. Синька маловато. Ну тут тоже, да, оружие как бы будет, понятное дело, такое. Уже не подходящее нам по уровню. Но все равно было приятно найти красный сундук. Они у нас все же есть в этих... В общем прохождении зоны, поэтому. Здесь наверняка что-то по квестам будет, да? И громкоговорители стоят, что-то наверняка интересное. X10. Можно глянуть на этот дробовик. Я бы хотел какой-то дробовик такой добротный получить. Опять дротики. Ой-ой. Даже не знаю, это добротный дробовик или не очень. Выглядит как-то не очень, по-моему. Так. Там сундук. Ну да, как раз туда, куда стрелка показывала, правильно? Хотя тут много таких мест похожих. Ну, короче, интересная такая локация, необычная. Но вроде ничего нет больше, поэтому прыгаем отсюда. Кстати, да, это на Пандоре у нас гравитация была такая, что мы могли прыгать с любой высоты и не получать урон. Может быть, будут планеты, где... Было бы круто, да, если бы они как-то так реализовали разные планеты с разным... С разной гравитацией. Можно же было как-то на этом еще тоже поиграться. Была же у нас в пресиквеле Луна, да, где мы... Где была тоже другая гравитация, собственно. Так, что тут? Кто тут? Здрасте. A Vault Hunter? What are you doing up in here? The small robot said it was about your lost staff. Seriously? I put that request up like 7 years ago, back when I had a respectable establishment, not this crap pile you see now. But I am glad you're here. See, I'm trying to help out all the poor bastards affected by this war, but yo, straight up, we are running short on med supplies. We need hexaprazine, skagoil, melodinax, and hemopax. Track some down for me, will ya? Взять 45 медикаментов и 4 пакета с кровью. Хорошо. Это задание, которое Железяка нам дал с записи какой-то. Он отправлял там какие-то эти... Получал запросы о помощи, да, и они просрочились очень давно. I'll hit you with it later. Может, надо упасть сюда? Я эту цель не заметил. Надо пойти проверить. Хотя мне кажется, что тут по квесту нужно будет что-то делать. Ну, скорее всего.
Там и громкоговорители говорят, как будто бы тусовка будет какая-то, да, и мы будем прыгать туда. Но почему эти разбитые? Ребята, которые прыгали уже туда. В чем фишка? Что с ними? На них гравитация не так работает или как? Бум. А, так, тут у нас... лифт. Давайте сейчас откроем себе карту. Эту ее часть. Тут был лифт, я помню. Вот здесь. Сто 60 урона, но... Даже 13 левела Рэтча не убивает с одного выстрела, поэтому... Наверное, все же дробаш не очень такой. Ай. Лифт приехал. Липучка неинтересна. Так, тут я хотел открыть... Вот это, по-моему, часть локации, да. Осмотреть вот этот вот мост и... В Меридиан, понятно. Тут никого. Хотя дверь такая открытая, да, как будто бы из нее кто-то... Или выходил, или может выйти еще. Записей никаких не было. Lifeblood. Когда падал, там какой-то сундук вроде видел. А, вот дверь. Тихо. Чё ты? Тихо. Вроде ж там без проблем можно запрыгнуть. Во, запрыгнули. Так, ничего интересного. Хорошо, поехали дальше. Что там, кто там у нас? Следующий. Вроде только мелкие сундуки. That punk ass is a black market dealer. I'll bet dollars to D's nuts he stole those supplies. Dude's a pushover though. Just threaten him and he'll give him up. I got some supplies here and I'm happy to sell them for a reasonably marked up price. I'm just trying to feed my family. You understand, right? Please, don't shoot. There's been enough bloodshed around here. Just give me the cash and we can make a deal. Yeah, yeah, we've all got a sob story. As for me, I've got patience to heal and no patience to deal. Just threaten him and be done with it. You don't know what it's like down here. People don't eat for days. It's a nightmare. For the twin gods! I will overlook your transgression so you may feed your pack. Wow, thank you so much. You have no idea how much this means to me and my family. Fall and be reborn to the hunt. Man, get your punk ass out of here before my vault hunter changes their mind. Какая машина, по-моему, у нас есть, да? Колеса все вроде как на нашей. Так, хорошо, получили целых 15 медикаментов сразу, да? Очень удобно. А мою машину он взорвал. А, вон моя стоит. Че она так далеко? И целая, и далеко. М-м-м.
Вроде ничего интересного. Кусок корабля, да, этого малеванского? Мне показалось, что я видел здесь, да, не показалась запись. So this guy comes into my shop today, Reese Strongfork, says he's the new CEO of Atlas, the poor fool. Offered to get me in on the ground floor. Of what, I said? A pile of rubble, a disbanded army, a tarnished brand? I told him his business sense was worse than his fashion sense, and this was a guy who tucked his necktie into his pants. He slunk away like all the rest of these get-rich-quick morons. That guy won't last one fiscal quarter. Mark Marcus's words. Ну и следующую запись мы уже находили, и Маркус там... признал, что был неправ, и что все-таки Рис Стронгфорк получил неплохо. О, кстати, да, вот эта вот броня такая, которой у нас нет как раз. Как ее, интересно, заполучить нам? Не получится подрезать, он не хочет останавливаться, как другие машины, да? Ну ладно. Я взял. Так, и нам дальше куда-то, погнали. Я, правда, хотел заглянуть. Вот сюда наверх залезть, что ли. А, тем более, как раз, да, это же это, правильно, ее взломать надо, вышка эта. Да-да-да, вот этот терминал, который я не заметил сразу. Так, музончик. Немного получили, да, этого Иридия. Давайте, наверное, сейчас вот тут по окраине проедем. Куски этих малеванских кораблей, да, походу? Тут вроде... Не открыл. Ой, я кого-то раздавил. Черт. Тут мы тачку угоняли, я помню. Давайте сейчас сюда, да, заглянем по дороге. Ну, не очень по дороге, но... Но заглянем. У нас же, по идее, тут еще должно быть задание на убийство от этого, от Зеро. Что там у нас? Тоже в Меридиан можно попасть. А, здесь задание... Давайте сейчас сразу включим. Подмена понятий. Скорее всего, ученый по имени Куин работает в секретной подземной лаборатории над новой антималеванской технологией. Помогите ему завершить эксперимент, ты, и передать работу Лорелея. Давайте по порядку лучше. Сюда пока не пойдем. Ну, мы буквально через там какое-то время вернемся, закончим с этим заданием и вернемся к Куину. Тем более у его задания на 14 левел. Более нам подходит. Так, и нам вот сюда. Oh, Dip, the pharmacy. Been abandoned for a while, but there should be some supplies left. Heard this place was infested, though. Squash those ratchet ass ratchets. Run! Run, you weaklings!
death smiles. Oh, oh. Yo, that's all the medicine. We still need another hemo pack, but we'll figure it out. Come on back, player. I know what you're thinking. What's this doctor doing trying to be a rapper? But listen, medicine, it comes and goes. But my rhymes, that's healing for the soul. Look, just let me spit something for you. See, I bust raps like I bust caps, and that's that. Don't mess with my knapsacks full of fat stacks, or else you get the clapbacks. Word? Word. You there. How are your last breaths going? Now, little friend! Ох, хорошо лупанул его. Аж искорки полетели. Так, хорошо. Мы тут можем вроде как возвращаться. Больше ничего полезного здесь не будет, я думаю. Just as I required. Вернемся к этому доктору рэперу. Тоже актуальная тема на самом деле, да, сейчас этих рэперов, боже мой, как грязи. Один хуже другого. Looks like we're still a little short on hemoglobin. Hemoglobin disrobin is the title track on my mixtape, by the way. Did you want one or no? Yeah. No. Okay, screw it. I'll donate some of my own. Grab this empty hemo pack and give me an assist. Пустой пакет крови. Okay now. Very, very careful. Just delicately use the hemo pack. Прикрепить on my пустой arm, пакет okay? Для крови. И хотят, чтобы я ударил. Что? Доктор Зет, это ты? Только аккуратно. Маленький надрез. Yep. Okay. That'll do. I apologize. Зато пакет крови наполнили, да? Okay. Thanks. I think. But at least maybe this will finally give me some street cred. Maybe I'll get one of those sweet Atlas robot arms. But hey, don't worry about me. I'll survive. And some of my patients, thanks to you, Mount Schuler is finally ready to staff up and heal the hurt. Oh. By the way, that Harden guy stopped by. He wanted you to have this. His way of saying thanks, I guess. Word. Last chance on that mixtape, by the way. Still no? Word? Word. No. Так, хорошо, задание мы сделали. Пошли, что там у нас? Мали-выскочки. Первым делом, потом уже этим займемся. Во-первых, мы получили... в награду щит я видел, да? Зеленый, маленький, неинтересный, синий. Медицина – залог качества жизни. При получении урона 35% получить таблетку, повышатель или понижатель. Эти таблетки дают усиление, но обладают определенным... О, слушайте, это круто, прям что-то очень необычное. Я очень рад, что я сделал это задание. Так, а еще мы... давайте посмотрим не сюда. По-моему, еще у нас что-то прислали, да, нам?
Спасибо за проделанную работу, Мокси. Это тебе в знак моей признательности. Аксессуарное оружие, но... За какую работу, Мокси? Нет места. Так, хорошо. Сейчас мы тогда пойдем быстренько продадим барахло. Ну вот, наверное, я нямбургер все же продам. Как-то он неэффектно работает. Все же, щит этот пока оставим. Волкодава продаем. Кучу другого барахла пока тоже оставим. Что-то как-то жалко продавать. Так, ну и мы готовы отправиться разбираться с малевыскочками. Давайте, наверное, вот сюда заглянем, посмотрим. И малевыскочки, давайте... А, уже отмечены. Отмечены. Так. Письмена иридианские. А, это у доктора там, походу, да, были? Я их просто не увидел. Где-то, может быть. Так, малевыскочки у нас там. Тут еще что-то тоже есть закрытое. А так там вроде все... уже осмотрели, и опять же ни одной записи Тифона не нашли. Ни одной. Как это вообще? Где я их все пропустил? Вот это не запись Тифона там случайно, нет? Нет, это ящики, которые открыты уже. Ну ладно, пошли пока по квестам. Пока мы еще бродим туда-сюда, есть возможность что-то донайти. Так, правильно мы тут едем? Что-то неправильно, да? Мы проехали все. Нам определенно наверх. А, нет, не наверх, вот сюда. А, это задание, да, надо... грохнуть двоих этих балбесов. My family was stashing supplies in a vehicle nearby. See if there's any clues there. False Hunter, seriously, I'm the worst. One time I made a guy drink that green goo inside a corrosive barrel. Dude melted. Saw his skull and stuff. What are you talking about? That was drunk Daryl and he did it on a dare. You can't be taking credit for that. Nah, man. Daryl was this guy who blew himself up, siphoning methanol from a Pirate King's flamethrower. You know what? You're right. I was getting those mixed up. You did make that guy melt. Mad props. Damn right. I fragged all those dumb supplies. I'm a minister society. Vault Hunter, you gonna come kill me or what? Сейчас, погодите. Надо что-то взять с оптикой нормальной. I honestly don't know which one is horrible enough to have murdered my family. Just pick one to kill, I guess. I'll consider that my payback. I trust your judgment. А почему Илли? Я хочу обоих грохнуть. Где они? Может, сейчас придут?
Не, вон где-то меточка на карте, я их просто не заметил. Во-первых, вот сюда еще поедем, посмотрим. А я реально на карте не вижу метки? Куда смотреть? Тут все открыли. Тут еще кусочек есть маленький. Ну ладно, поехали, посмотрим, что, кого, куда. О! Вот мы и вернулись к этому месту. Повышатели действуют 8 секунд. Эффект улучшения скорострельности, скорости перемещения и восстановления здоровья. Ухудшение урона, точности и эргономичность. Я даже не знаю. А если брать и то, и другое? Все берем. Жалко, они не стакаются, да? Скорее всего. Так, мы там уровень взяли. Давайте... А, вон, да, вдвоем стоят. Сейчас, наверное, кто-то из них пойдет, убьется, правильно? Было бы вполне логично. Что вот тут взять такого? Давайте я, наверное, все-таки возьму вот эту вот одну штуку, пусть. На всякий случай будет. Опа, стоп. Житель Прометея. Они, походу, сейчас ее туда. Гранатомета нету никакого. Стоп. А можно я вас все же обоих? А он становится этим, да? Ресает, ресает, смотрите. Первым делом бросает все и ресает. Молодец. Let them hear your rage. А, это опять такая штука. Жалко, нельзя всех убить. Это грустно даже как-то. Так, и нужно к ней вернуться теперь. Но... Я хочу еще тут осмотреться. У нас, если не было, да, нигде еще записи этого, то очень даже возможно, что одна из записей будет где-то здесь, потому что спрятано тут может быть все, что угодно. Место как бы позволяет, да, очень хорошо тут прятать. А, да, у нас
бафы разные. Только сейчас заметил, в бою не видно было. Лежат довольно долго. И действительно, вот и спрятан этот, одна из записей, да? Я тут брожу уже. Так, как бы нам теперь аккуратненько, можно даже так. I was so busy skygazing that a thief stole the pants right off my keister. Prometheus no Pandora, but a city is still plenty dangerous. I knew this was the sort of place I would either find my destiny or die in a gutter. And thanks to my partner slash nemesis, Aslan de Vega, Prometheus was almost both. Одну из трех мы нашли таки наконец-то. Так, я хотел взять. Снайперку с оптикой получше. И будем дальше осматриваться по дороге к этой мадам. А мадам у нас вообще где? Тут я еще не был, я не помню, что там у нас закрыто, не закрыто. Мадам у нас здесь. То есть к ней на лифте. Можно туда попасть. Я меточку поставлю, наверное, чтобы понятнее было, куда нам. Вот сюда нам. О, меточка там как раз рядышком и стояла. Так. Окей, давайте еще вот в тот уголочек, может быть, заглянем. Ну, в уголочках тут ничего нет. Идем сдавать. Алло, Зефир, прием. Now I'm second guessing myself. There's still a chance it was him. Maybe you could go kill him just in case. Ты прикалываешься? So you figured out I'm the worst after all. Yeah, let's do this. Let's do this. Где он там? Okay, all bases covered. You definitely avenge my family somewhere and all that. Come back and get your reward, Vault Hunter. Неплохой пистолет. По дороге я как раз выбил его. О, здрасте. Запись телефона. Я проехал и не заметил, да, ее. По дороге в лифте, пока ждал, пока лифт спустится, тут эти скретчи, или как их назывались, прибежали. И был один из них безбашенный, вот такой вот пистолетик с него выпал. И вот такое вот оружие без перезарядки, это как раз идеальное оружие для вот этого 8-секундного стелса с критами. Просто идеальное. Вот она, зараза, да, где была? I thought a city like Promethea would be crammed full of opportunity. But actually it was a tinderbox of violence and greed. Corporations were pulling out, calling the joint a dead end. People were starving, eating stone soup and boiled rats to get by. But somehow I survived. It was a real wrong place at the right time type of situation. You know, sometimes the trick to being successful is just staying in the game longer than the other guy. Так, хорошо. Лифт. Он тут даже еще куча этих усилителей лежит после битвы. Снова ждем, пока приедет, но, к сожалению, никто к нам в гости не хочет. Так, лифт приехал.
Ну, идем сдавать, короче, еще раз. Hey there! You're a killing machine, Vault Hunter. Thanks for taking the endless cycle of bloodshed onto your shoulders. Now I'm out of it. Here, this should help make up for your bloody shoulders. Я думал, она мне что-то даст. А вроде только деньги получили мы. Ну ладно. 700 основных и 200 дополнительных баксов за второе тело, но... Окей, пойдет, пойдет. Давайте я не буду выходить отсюда, мы просто телепортируемся в машину. И идем подмену понятий. Будем разбирать... О, подмена понятий у нас как раз вот в этом месте, где мы еще и не были. Последнее место, где мы не были. Поехали. И мы как раз нашли последнюю запись этого тифона. Вот она. Так, сейчас, секунду. Чё-то гроза начинается. Yes, into the fray. Сильно, конечно, труханит пушку. Тут ничего интересного. Instructed me to keep you alive. Lorelai? Oh, yes, the Atlas lady with the guns and the hair. Okay, I'm coming. Yes, yes, I promised Lorelai an incredible weapon that only I, a verifiable genius, could create. A nog-hacking grenade. That's why Malawan's after me. Now, this way, please. Just need to run a few more tests on my Nog subjects, and the Nog hacking grenade will be ready to go. What? Where are my Nogs? Oh, they must have escaped during the fight. I'm going to finish this weapon. I'll keep it back. Luckily, I have a backup plan, but I'll need your help. I'm deconstructing a unique vehicle nearby. Go get it. Так, хорошо, погоди. Я тут что думаю? Нам пора серию на самом деле заканчивать. Я довольно много времени потратил уже на эту серию. Так, тайник, где он у нас? Ага, где-то в этих... Мы были, кстати, возле него совсем рядышком, и я, да, не посмотрел. А, мы только... Все правильно, мы последнюю запись телефона уже здесь нашли. Все верно. Короче, мы оставим вот это задание и тайник уже на следующую серию. А пока что всем спасибо за просмотр, всем пока. И увидимся в следующей серии, в которой мы наверняка отправимся на Battle Royale.